Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И мне вот часто задают вопрос, как заработать в интернете без вложений. Ну, ребят, без вложений таких заработков не бывает, хотя иногда попадается. То есть я вам сейчас покажу сайтик, предложу сайтик. Там будет вот такая вот свободная форма регистрации. То есть здесь вы вводите email и свой пароль. Вот и вся, в принципе, регистрация. Чтобы заработать свои первые 15 рублей, вы должны будете подтвердить почту. Ну, так как я уже зарегистрировался, перейдем далее. После регистрации вам будет доступна вот такая форма, простая форма выполнения заданий. Выполняя задание, вы здесь будете зарабатывать иную сумму денег. То есть вот вы можете выбрать 4-2 рубля. Однократное выполнение. То есть один раз выполнили 4-2 рубля. 4 рубля 20 копеек получили. 4,50. Здесь какие-то дорогие задания есть. Но я так понял, что здесь отказы. И получается дорогое задание какое-то оно здесь не проходит. Ну как выполнять задание? Достаточно быстро. То есть вот есть регистрация, например, в Калиостро. Человек хочет, чтобы вы под него зарегистрировались. Вы нажимаете «Выполнить». Смотрите задание, что регистрация без активности, ручная проверка, однократное выполнение. То есть за одно выполнение человек платит 4 рубля 97 копеек. Вот вы нажимаете «Выполнить задание» и, соответственно, на этом зарабатываете деньги. Также вы можете выбрать здесь параметры задания, многоразовое задание. Вот, например, многоразовое вы можете выбрать. Проверка, ручная проверка, автоматическая проверка, только новая, быстрая проверка, цена задания. Вы здесь можете цену выставить, тип задания, клейки, YouTube, капча, инвестиции, постинг, комментарии, загрузка соцсети и прочее. Ну, то есть, зайдете, посмотрите, ссылка на регистрацию будет под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет!